канун Международного дня родных языков про гимназии «Сказка» состоялось мероприятие, приуроченное этому событию. Дети читали стихи на национальных языках писателей дагестанской литературы. Основная цель проведенного занятия – привитие духовно-нравственных и патриотических ценностей у подрастающего поколения, а также повышение престижа родных языков, отметила заместитель директора по учебной работе Вера Гущина. Во-первых, это чтобы сплотить наших детей, познакомить их с историей Дагестана, с культурой, с бытом Дагестана. И еще больше, чтобы дети обращались к своему родному языку, его любили и уважали. И показать, что как Дагестан многонациональная республика, все языки, все народы едины, у нас все общее. Про гимназии ведется изучение двух национальных языков – аварского и чеченского. Привитие любви и уважения к родной культуре с раннего детства – это один из главных элементов в процессе воспитания, отмечают педагоги. Дети должны чтить традиции предков, а без знания родного языка это невозможно. Фойе образовательного учреждения была развернута выставка рисунков, книг, произведений на разных языках и старинных предметов быта и музыкальных инструментов. Повышение уровня значимости изучения родного языка – одна из приоритетных направлений работников образования. Бика Сулейманова, Саман Гакаев. Информационная программа «Пульс».